морского, балтийского курорта, немецкого, который называется Гёрн. Мы находимся на морском мосту и сидим на таком, не знаю даже как это назвать, уникальном кресле, диване, я вам его потом покажу, которое само по себе вращается влево и вправо, поэтому вот смотрите немножко вместе с нами налево, то направо. Очень удобно, приятно. Нам повезло, несмотря на то, что море не очень спокойное, а для Балтийского моря это уже, я хочу сказать, целый шторм, такие волны. Все равно замечательно. Мы еще не плавали. Ну, попробуем позже все-таки окунуться. Вода в течение дня становится теплее. Я встану и покажу вам то, на чем мы сидим. Нам очень повезло. Vielleicht oder weiß nicht.